На Ямале в единый день голосования общая явка составила почти 66%. За Александра Мура проголосовали около 75% избирателей. Всего в регионе прошло 11 кампаний. Дополнительные выборы в законодательное собрание автономного округа и органы местного самоуправления. В период проведения выборов были зарегистрированы несущественные жалобы, по которым проводится проверка. В Новом Уренгое будет создан региональный центр онлайн-обучения. Гимназия получила грант на реализацию образовательного проекта. Его размер составляет 1 миллион рублей. Теперь учащиеся ямальских школ смогут получать онлайн-уроки у лучших педагогов гимназии. Центр может работать на весь Уральский федеральный округ. Самые обеспеченные граждане в нашей стране живут на севере. При средней заработной плате в России в 42 555 рублей жители Ямала зарабатывают в среднем 100 617 рублей. Среди отраслей экономики самыми прибыльными являются сфера воздушного и космического транспорта и добыча нефти и природного газа.